один из видов содействия семьям мобилизованных, помощь в трудоустройстве или профессиональной переподготовке с последующим поиском вакансий. На настоящий момент для Центра занятости населения это одно из важнейших направлений. Работа ведется активно. Подобные вопросы решаются в приоритетном порядке. Мы, работники службы занятости, проводим постоянный мониторинг граждан, обратившихся в службу занятости, на предмет выявления именно членов семей мобилизованных граждан с целью им дальнейшего оказания услуг. За последнюю неделю в службу занятости населения в Саранске с просьбой поиска работы по причине мобилизации супруга обратились уже дважды. Одна из обратившихся, Ольга, уже имеет опыт работы и планирует продолжить трудовую деятельность в том же направлении. В связи с тем, что моего супруга мобилизовали, я обратилась на биржу труда. Мне необходима была работа. Там мне предложили бесплатные курсы по кадровому делопроизводству. Вот. Теперь я хожу каждый день на обучение. У нас 144 часа очно. Вот. После этого, надеюсь, трудоустроиться по специальности. Вопрос с поиском работы актуален не только для жителей Саранска. Антонина живет в Тингушевском районе. После мобилизации супруга ей также понадобилась помощь в трудоустройстве. Проблему решили оперативно. Сейчас Антонина воспитательница в детском саду. Я обратилась в администрацию о помощи, чтобы предоставили работу. Мне это в течение дня решили вопрос. Работа воспитателем средней группы. Работа очень нравится. Коллектив хороший, отношения хорошие. Оказание содействия в поиске работы и организации профессионального обучения граждан – задача важная и актуальная. Активная работа в этом направлении продолжится и в дальнейшем. Дарья Боронина, Ольга Данилова, Сергей Соколов, Сергей Кувакин. Народные новости.